Привет автолюбителям! Сегодня мы с вами выехали на Винницкий авторынок. Вот справа от меня посмотрим 316 17 года на автомате. Есть вот низкий, средний 15 года, Макси База. Ну, поехали к просмотру этих автомобилей. Сегодня посмотрим еще такой экземпляр. 2015 год, 316. Регион с Германии. Средний, низкий, L2H1. Так вот, есть передние парктроники. Передние, задние парктроники. Сейчас посмотрим, что там у нас еще есть. Вот, хорошо двери отбрасываются. Камера встроена. Очень удобно. Двери распашные, что очень удобно для загрузки, разгрузки. Так, задний парктроник, большая комфортная подножка. Так вот, где-то на фирме работал, пол тут пластик, вот герметик везде идет по швам, арки полностью, пол герметичный, очень удобно в перегородке вот стекло, можно врезать что в боковое, что в заднее стекла, будет как легковой автомобиль, комфортно выезжать. Так, резина уже зима, новая, Hankook. Также здесь идут герметики по кругу, петли, все закрывается, все удобно. Так, что у нас тут? Парктроники, АСР, мультируль. По стеклам 15 год, подогрев зеркал. Так, ВИН-код для справок, сиденье пилот, круиз, 172 тысячи пробег. Так, то камера такого плана. Так, регулировка руля по высоте, очень комфортно. Сейчас мы заведем. Так, что у нас тут? Пойдем послушаем работу двигателя. Автомобиль нигде не крашен. Если надо, я сделаю обзор с прибором. Такой сегодня автомобильчик у нас. Если понравился, пишите, ставьте нравится. Буду очень рад знакомству. Если есть необходимость, поможем пригнать, купить что-то индивидуальное.
какой сегодня у нас автомобиль. Есть возможность врезать и стекла, и все остальное. Так что всем пока и до новых встреч.